Всем доброго времени суток. Сегодня запускаем онлайн-трансляции на канале GL. Сейчас включу звук. Как меня слышно, как меня видно, напишите, пожалуйста, сбоку в чате. Итак, друзья, всех приветствую, с вами Юлия Хохлова, и сегодня мы начинаем презентации, различные презентации на официальном канале GL, и сегодня я хочу вам дать тему маркетинга нашего, потому что о продукте уже многие знают, многие его применяют, многие имеют результат от данного продукта уже. Да, происходят различные встречи, мы делимся отзывами, делимся различными практиками, как у кого что работает. Но все же нам хочется донести до вас то, что в данной компании, помимо суперского обучения, которое действительно меняет жизни людей и дает возможность людям найти свое предназначение в жизни, есть еще крутейший маркетинг, о котором просто невозможно молчать. И причем в этом маркетинге найдет для себя возможности любой человек, будь то опытный сетевик, будь то обычный пользователь, будь то человек, который просто умеет рекомендовать. Но на самом деле все мы с вами умеем рекомендовать вообще все, что угодно. И когда люди приходят в бизнес в интернете, они сталкиваются с таким моментом, то, что нужно приглашать, нужно рассказывать. И в большинстве своих случаев при общении с новичками мы даем им пример на их же работе, да, на их же заработке, тем, чем они занимаются, и, соответственно, сравниваем их доход, который сейчас они получают на работе, и возможностью обучаться у просто восхитительного специалиста, менять свою жизнь и при этом еще уметь рекомендовать данную систему и зарабатывать. Вообще, я маркетинг на самом деле объясняю достаточно просто, но многих людей интересуют цифры, интересуют деньги, и эти деньги, соответственно, людям нужно показывать. Показывать постоянно, чтобы они это видели, слышали, узнавали, да, искали информацию, брали ручку, калькулятор, считали и понимали, сколько они, соответственно, могут зарабатывать. Но если сейчас я вам покажу на слайдах, да, возможности, которые вы можете видеть в компании GL, помимо того, что вы проходите крутое обучение, да, но если вот простым, знаете, языком, то есть объяснить, вы приобретаете себе обучение, обучение, благодаря которому вы меняете свою жизнь, да, приобретаете определенные навыки, у вас есть определенное количество модулей, которые вы приобрели, их всего 7, да, то есть вы можете приобрести 1, 2, 3, 4, 5 или все 7 сразу же, и, соответственно, уже приобретя данное обучение, вы начинаете его проходить, но приобретя его, вы сразу же автоматически попадаете в маркетинг компании, хотите вы этого или нет, ну, автоматически вы в него попадаете. То есть, приобретая модули, вы попадаете в наш маркетинг, который называется Тренар. Что происходит дальше? Вы проходите обучение, оно вам нравится, возможно, оно уже начало приносить результат в вашей жизни, возможно, в финансах, в здоровье, в отношениях, я не знаю, вы наладили еще какие-то сферы своей жизни, и вам, естественно, хочется поделиться данным обучением, хочется рассказать большему количеству людей о том, что существует, да, вот эта вот волшебная таблетка, хотя на самом деле это не волшебная таблетка, а всего лишь просто система знаний, которую нужно применять на свою жизнь. И, соответственно, вы начинаете рекомендовать данную систему. И когда вы приобрели модули, вы попали в первый маркетинг, который называется Тренар. И там у вас есть возможность данное обучение рекомендовать. Где? С трех человек
которым вы порекомендуете, вы зарабатываете 10% от суммы их пакета. То есть вот на сколько модулей они приобрели. Из 9 человек вы зарабатываете по 90% с того пакета, который они приобрели. Если сейчас или в записи потом меня будут смотреть сетевики, или, возможно, вы сейчас, да, абсолютный новичок, и у вас есть знакомые сетевики, задайте им элементарный вопрос. Сколько они получают в сеть в своей компании, в которой они сейчас зарабатывают? 90% – это просто шикарное предложение от админов, от администрации данной компании получать в сеть. Это действительно удивительно, вот столько денег зарабатывать. То есть получается, что я приобрела знания, начала их проходить, они действительно работают, от себя лично, да, я могу сказать, что они вот, ну, на 100% работают. Я начала рекомендовать данную систему, и по партнерской программе я зарабатываю деньги. Круто? Круто. То есть ничего такого сверхъестественного здесь не придумано. Далее, если вы уже начинаете понимать, да, у вас уже начинается строиться такая маленькая структура, и вы начинаете понимать то, что люди-то дальше начинают рассказывать, начинают дальше делиться данным обучением, им это интересно, и другим это интересно, но у вас есть только 3 человека, которые по 10 вам приносят, это, так скажем, ваша первая линия, и 9 человек, которые вам приносят по 90%, это вторая линия, и все. А у вас же может быть и третья, и десятая, и двадцатая линия, и тысячная линия, и десятитысячная линия. То есть ваши же люди с сарафанным радио, они 100% начнут рассказывать о данной системе, потому что она им помогает, и никак иначе. И для этого у нас есть второй маркетинг, который называется бинар, и в этот бинар уже попадают все ваши партнеры, все ваши приглашенные, ваши, не ваши, ваших партнеров, тех партнеров, то есть вся ваша команда попадает полностью вниз под вас, и вам идет доход. И доход идет в зависимости от выбранного входа, который вы тоже себе уже рассмотрите и приобретете, либо на 3 аккаунта, если вы приобретаете себе треугольник, либо на 7 аккаунтов, если вы приобретаете себе семиугольник. На самом деле маркетинг идеально простой, вот просто шедевральный. Ничего лишнего, ничего, ну, абсолютно все в точку. То есть есть партнерка. Вы приглашаете на продукт человека, человек приобретает продукт, вы получаете либо 10, либо 90%. И если вы хотите, чтобы все ваши люди, которые по рекомендации будут дальше рекомендовать данное обучение, еще и с них зарабатывать деньги, то, соответственно, ребята, welcome в бинар, и тогда вы будете зарабатывать полностью со всей структуры. Недавно мы делали просчеты с руководителями компании, и, знаете, вот такой вот у меня прям в голове уложилась такая цифра, просто она достаточно, знаете, и вроде бы и большая, и в то же время не очень большая, да, то есть для кого как. Для совсем новичков, конечно, она кажется большой, но для меня, например, она кажется вполне реальной, потому что, имея опыт в сетевых компаниях, в других, у меня была подобная структура в 500 и более человек. Так вот, мы просчитали то, что в нашем бинаре, имея структуру в 512 человек, при условии, что каждый партнер из этих 512 заходит на семиугольник, ваш доход будет составлять 193 тысячи долларов. Ребята, вот если сравнивать со мной, да, когда я работала в компании, в сетевой, продуктовой тоже, при структуре более 500 человек максимум мой доход составлял 70 тысяч рублей, 60-70 тысяч рублей. Это просто был предел. То есть оборот структуры в 500 человек приносил мне всего лишь 60-70 тысяч рублей. Здесь, если вы сделаете подобный оборот, то есть вслушайтесь просто в эту цифру, 512 человек и почти 200 тысяч долларов у вас в кармане. По-моему, знаете, в этом маркетинге 100% стоит разобраться. Но давайте мы с вами сейчас посмотрим по слайдам, и я быстренько по ним пробегусь, дабы было понятно все, что я вам только что сказала. Так, меня слышно, видно? Напишите, пожалуйста, еще раз в чате. Никуда ли я не пропала, все ли меня видно? Так, сейчас, секунду, переходим на слайды. Thank you.
Так, слайды показывает или нет еще? Еще не показывает. Так, все видно, замечательно. Итак, маркетинг компании GL. Сейчас мы с вами смотрим, соответственно, все, что нам предлагает этот маркетинг. Итак, что такое тренар? Вот то, что я вам сказала по поводу партнерки. Это финансовый инструмент, привязанный к самому нашему продукту Tor System, к нашей системе обучения. То есть, как я вам сказала, хотите вы этого, не хотите, в любом случае, приобретая модули, вы попадаете автоматически в этот маркетинг. И опять же, хотите или не хотите, да, ваш спонсор, под кого вы встали, да, он начинает также приглашать людей, и, соответственно, у вас может даже автоматически, случайным образом к вам упасть доход. Соответственно, далее. И опять же, это происходит, понимаете, все на автомате. То есть система работает таким образом, что даже просто приобретя обучение, вы можете заработать деньги. Поехали дальше. Смотрите, какой у нас происходит доход при рекомендации продукта. Когда вы заходите на первый модуль, его стоимость $10, ваш доход, то есть полностью со всей площадки, может составлять $65, 60 центов, соответственно. И так далее. В каждом модуле, соответственно, свой доход. То есть смотрите, предположим, да, вот вы купили себе 4 модуля, да, и... Соответственно, их стоимость $199 всех вместе. И ваш доход будет составлять 1305, если, соответственно, у вас появится 12 человек, которые зайдут и приобретут себе данное обучение. Смотрите, как выглядит все это, каким образом это выглядит. Вы приобретаете себе обучение. Вот, у вас появляется свой личный аккаунт. Вы также начинаете рекомендовать данное обучение, рассказывать о нем, делиться о нем, говорить о том, что вы приобрели себе обучение, там, да, что-то о нем вы начинаете рассказывать. Человек заинтересовывается данным обучением, тоже приобретает себе систему знаний и, соответственно, попадает к вам в тренар, попадает сначала в первую линию. То есть вот первые три ваших приглашенных человечка, они встают вот сюда. Из каждого, как я уже сказала, вы зарабатываете по 10%. Все последующие люди, ваши приглашенные, либо, возможно, уже вашими людьми приглашенные, ваша вторая линия, так скажем, вам приносит по 90%. 10% от стоимости модулей уходит на развитие компании. Что происходит? Общая доходность 840%. Далее, что происходит тогда, когда у вас все 12 человек встают к вам сюда в площадку? Происходит реинвест. То есть система открывает вам ту же самую площадку вновь, и вы вновь начинаете приглашать людей, которые точно так же будут приносить вам доход. И таких реинвестов может быть неограниченное количество раз. Далее, еще преимущество данной системы. Моментальный доход с каждого партнера. Опять же, если мы будем сравнивать, да, потому что я имею опыт во многих, ну, в других сетевых компаниях, соответственно, я имею возможность сравнивать, да, то есть это у меня не первый опыт сетевого бизнеса. И если брать многие сетевые компании, там вывод один раз в месяц, один раз в 3 недели, один раз в 2 недели, и то этой компании уже, наверное, не существует. Вот. Но примерно стандартненько у всех один раз в месяц. Здесь моментальный доход с каждого партнера. Возможно, вы не планируете строить бизнес, да, но там ваша знакомая заинтересовалась, ваш там друг заинтересовался, 2 человек вы пригласили, эти 2 человека в любом случае вам принесли доход, и вы сразу же автоматически можете вывести их себе на кошелек и там уже... пользоваться деньгами на свое усмотрение. Далее, примерный расклад входа людей, да, то есть приобретения наших модулей и каким образом они могут зарабатывать. То есть люди могут приобрести себе 3 модуля обучения, да, за $99, и люди себе могут приобрести 4 модуля обучения.
В любом случае люди, которые приобрели 3 модуля обучения, они в любом случае будут покупать 4-й модуль. И здесь изначально вы как партнер, да, если вы планируете зарабатывать деньги, потому что, в принципе, когда человек смотрит презентацию о маркетинге, он планирует зарабатывать деньги, поэтому я смело сегодня с вами могу об этом разговаривать. То есть если вы приглашаете человека на 3 модуля, да, и он приобретает данный модуль и начинает обучаться, ваш чистый доход составляет $649, это примерно 42 тысячи рублей по деньгам. Да, то есть все ваши партнеры заходят на 3 площадки, и с первой линии вы зарабатываете по 8,91, со второй линии по 80,19, и общий чистый доход $649. Но если вы начнете делать те же самые действия, абсолютно одинаковые, то есть вы также тратите свое время, вы также звоните этому человеку, встречаетесь, делаете ему презентацию, и он в любом случае позже купит и 4-й, и 5-й, и 6-й, и 7-й модуль. Но если мы берем вопрос именно конкретно вашего дохода, да, то если вы будете приглашать людей сразу же на 4 модуля, то ваш доход уже будет составлять, естественно, вообще абсолютно другие деньги. То есть вы тратите то же самое количество времени, но ваш доход будет совершенно другой. То есть при старте на 4 модуля вас и ваших партнеров ваш чистый доход будет составлять $1305, это 85 тысяч рублей. Поэтому и смотрите, да, что для вас более интересно. То есть синвестировать, да, свое время на 3 модуля и пригласить человека на 3 модуля, и он все равно потом приобретет 4-й, потому что он захочет дальше и дальше и больше узнавать эти знания. Либо, соответственно, сразу же автоматически приглашать человека на 4 модуля, да, и иметь возможность зарабатывать больше. Вообще мы планируем на нашем канале давать различные вообще стратегии входа. Они на самом деле действительно вообще разнообразные, со входом как и в тренар, так и в маркетинг-бинар. Они абсолютно разные на любой кошелек человека, на любые амбиции человека, на любые желания человека, да, то есть именно по доходу. Далее. Преимущество старта с 3 модулей. А что вам это дает? Если честно, никаких преимуществ особых нет. В плане дохода, да, то есть это небольшое количество денег, которое вы можете зарабатывать. Самый крутой вход и доход, и возможность дохода, когда человек, вы заходите на 7 модулей, и ваш партнер и дублицирует вас, и точно так же заходит на 7 модулей. Но финансовое состояние у каждого человека разное, и компания дала возможность приобретать модули не все, сразу 7 целиком, потому что это стоимость $3049, и она разбила его на 7 модулей, и вы можете приобретать, естественно, там 1, 2, 3 и 4. Но какие преимущества у вас есть при покупке от 3 и более модулей? Вы сразу же получаете доступ к закрытым вебинарам нашего коуча компании. То есть помимо тех модулей, которые вы получаете в кабинете, у вас есть возможность смотреть закрытые вебинары 2 раза в неделю в течение целого года. 54 темы представлены на этот год. Далее, вы получаете более развернутые, глубокие знания, различные, еще более эффективные практики, технологии, и, конечно же, происходит работа с вашими индивидуальными вопросами. По понедельникам у нас проходит вебинар от коуча, где он отвечает на ваши вопросы, которые, естественно, в процессе вашего обучения возникают. Далее, если вы будете создавать грамотную систему дубликации вас, да, в вашей команде, то есть вы сделали суперский такой старт, да, то есть сразу же сделали хороший старт, зашли в систему и начали, соответственно, зарабатывать, то и ваша команда 100% вас будет дублицировать. То есть, и, соответственно, вы начнете быстро расти, у вас начнутся серьезные доходы и вообще динамичное развитие по структуре. Смотрите, далее. Суммарный доход при переходе на другие площадки. То есть вот как я вам сказала, да, я вам показала 2 таких, ну, более среднестатистических входа, но есть другие вообще абсолютно стратегии входа. То есть, допустим, если вы будете сразу же стартовать с 5 модулей, и ваша команда будет вас дублицировать и точно так же будет вас
заходить на 5 модулей, то ваш доход уже будет почти 200 тысяч рублей или 3000 долларов практически. Если вы будете 6 площадок, то ваш доход уже будет почти 7 тысяч долларов. И если, соответственно, вы сразу же будете стартовать с 7 модулей, получая уже сразу же 7 как бы площадок знания, да, то есть 7 различных вообще... 7 как бы систем знаний, да, в каждом, потому что модули свои ячейки со своими уже заданиями, со своими рабочими тетрадями. И плюс вы получаете также доступ к этим вебинарам, но ваш доход уже будет составлять 20 тысяч долларов. То есть тут вы смотрите самостоятельно, да, то есть на свои какие-то амбиции, на свои желания, и, ну, вообще на свои действия. А дальше. Ключевые моменты реинвесты и апгрейды. То есть что происходит, как я вот вам уже ранее показывала на слайде, что происходит, когда у вас все 12 человек первые встали. У вас происходит реинвест. То есть покупка той же самой площадки снова. Для того, чтобы у вас открылись новые чистые места, и вы могли дальше начать приглашать 3 человека по 10%, 9 человек по 90%. Что такое апгрейд? Апгрейд – это покупка более дорогой площадки. То есть если вы приобрели 3 модуля, у вас закрылся 3-й модуль, да, 12 человек встало, то система автоматически вам покупает следующую, 4-ю площадку с дохода с вашего, то есть она резервирует эту сумму. И так до 7-го модуля у вас происходит апгрейд. А реинвесты будут происходить каждый раз, как только 12 человек встали в вашу систему. Вы зарабатываете с каждого партнера, который заходит в вашу систему, без каких-то дополнительных вложений. То есть у вас постоянно начинается неизбежный бизнес-рост и увеличение дохода. Далее. Если, соответственно, вы рассматриваете для себя GL как возможность бизнеса, да, дохода, то есть вы хотите зарабатывать не только со своей вот первой вот этой второй линии, а вы хотите зарабатывать со всей структуры, потому что вот этот вот человечек там начал, допустим, делиться информацией, вот этот начал делиться информацией, но у вас-то уже все тут, ну, произошло определенное обрезание, дальше вы как бы не можете ничего зарабатывать, то для этого существует наш второй маркетинг, в котором действительно на самом деле все деньги, и в нем вот просто стоит разобраться вот на 100%, сесть, взять калькулятор, посчитать. У нас в кабинете есть калькулятор, по которому можно посчитать. И при закрытии 3 площадок, да, если вы сразу же автоматически не купили себе бинар, то система, опять же, покупает вам бинар, но покупает вам 3 места. Вот, то есть 1, 2, 3. Вот эти вот 3 аккаунта. Далее, что происходит? У вас ваш бинар со всей глубины, без ограничений, с каждой бинарной пары приносит вам доход. У нас не фиксированная бинарная пара и гибкий спилловер, то есть люди-спонсоры расставляются слева и направо. Опять же, кто сталкивался с маркетингом бинара, то вы должны понимать, да, то есть не как, опять же, да, во многих сетевых компаниях есть, вот люди-спонсоры летят только в одну ногу, и пока ты не начнешь строить ногу в другую, соответственно, да, то есть люди-спонсоры, допустим, летят только в эту сторону, и пока ты начнешь строить, допустим, справа, а деньги ты зарабатывать не будешь. И никаким образом ты их не будешь зарабатывать, да. У нас есть одно единственное условие, которое нужно выполнять в бинаре. Тебе, вам нужно пригласить 2 человек туда, всего лишь. Поставить 1 человека слева, 1 человека справа. Все, это единственное условие, которое вам нужно выполнить. Опять же, если взять в сравнении моего опыта, когда я работала в продуктовой компании, да, в сетевом маркетинге, мне приходилось 2 новых партнера находить каждые 3 недели. Хочу я этого, не хочу, но чтобы получать свою зарплату, свои деньги, мне нужно было всегда находить 2 новых партнера. Здесь это нужно сделать один единственный раз. Зайти в бинар и пригласить 2 человек. Тогда полностью все ваши личники личников, все, кто будут, вся ваша структура, которая будет заходить вниз, она будет приносить вам доход.
И вы будете, соответственно, получать на балансе деньги. В бинаре точно так же у нас есть, он разбит на 4 пакета. И это тоже сделано не случайно, так как вообще вход в бинар, одна ячейка стоит $1000. Да, и если у нас есть возможность купить только треугольник и семиугольник, то это либо $3000, либо $7000. Опять же, администрация сделала крутейшее условие, разбив это на пакеты. То есть вы можете приобрести себе 3 аккаунта за $100, то есть за 300, каждый за 100, в итоге 300, либо 7 аккаунтов за $700, соответственно. То есть, опять же, это смотря кто как хочет двигаться, кто сколько хочет зарабатывать, то есть это, опять же, на ваше усмотрение. Но если вы на сегодняшний день этого не делаете, то система автоматически при закрытии третьего модуля вам купит бинар в любом случае. Смотрите далее, момент еще такой. Чем отличается покупка треугольника, да, и семиугольника? Ребята, вот сразу же я вам сейчас покажу на этом слайде. Вот смотрите, вот эти вот 4 места, если вы не приобретаете их себе, они могут уйти вашим приглашенным, соответственно. И у вас будут зарабатывать 3 ваших аккаунта всего лишь. И опять же, вы делаете, это как, знаете, в тренаре, приглашать на 3 модуля, либо на 4 модуля. Вы делаете те же самые действия, но зарабатываете либо 3 кошельками, либо 7 кошельками. От всех ваших людей, которые, соответственно, встают вниз. Поэтому, конечно же, от меня личная рекомендация сразу же продумывать свои действия, потому что потом вот эти аккаунты будет докупить нельзя. То есть сразу же автоматически думать, решать, находить вот эти вот $400, которые потом вам принесут миллионы при вашем развитии в нашей компании, сразу же приобретать себе семиугольник и зарабатывать. Далее. Какие вообще моменты, задачи помогает решить компания GL? На что вообще направлена миссия нашей компании? Вообще зачем ее придумали, для чего? При активной работе, да, то есть при приобретении обучения, при прохождении данного обучения, вы можете закрыть свои финансовые долговые обязательства, улучшить свои жилищные условия, приобрести новый автомобиль или, не знаю, улучшить старый автомобиль, путешествовать по желанию в любую точку мира, в любое время года, потому что если вы будете только здесь активно развиваться, для работы вам нужен всего лишь телефон и ноутбук, и выход в интернет, и все. Вы можете вести бизнес вообще из любой точки мира, где у вас будет, не знаю, Wi-Fi, либо 3G, да, ваш интернет, все. Вы имеете возможность ярко, интересно, гармонично жить и развиваться, ездить на мероприятия, да, участвовать в программах поощрения, в различных промоушенах, в... ездить на различные там практики, техники, да, которые у нас проводит компания. Недавно у нас было мероприятие на Кипре, и, соответственно, мы были там. Сейчас хочу выйти из экрана. Как меня видно, напишите. Так. Видно ли меня? Так, напишите, пожалуйста, в чате. А еще, знаете, не сказала, какую фишку по поводу бинара. Ну, хотя, на самом деле, знаете, вам нужно рассматривать это более подробно с человеком, который вас пригласил на данный вебинар. И когда вы будете рассматривать маркетинг, то, соответственно, уточните все моменты, все фишки, потому что апгрейды в бинаре – это вообще бомбовское предложение по деньгам. Поэтому... Далее, смотрите, по поводу «жить ярко». Опять же, такой момент. Немногие к этому готовы, да, но наша компания позволяет это сделать в вашей жизни. Это будет в вашей жизни, если вы захотите. И на самом деле это очень круто, когда вы ездите в какие-то путешествия, где не просто вы отдыхаете на пляже, лежите там, ходите, бродите,
по пляжу, по отелю. А когда вы едете в какие-то увлекательные путешествия, как вот недавно мы были на Кипре, я просто сейчас с вами поделюсь. То есть мы с нашим коучем, да, компанией, мы выезжали в горы, делали различные практики, отрабатывали какие-то моменты. У нас был тренинг в шикарнейшем отеле. И мы все находились вместе. Но на самом деле отдыхать таким образом, когда у тебя есть определенный план, а не просто, знаете, лежать возле моря, это очень интересно. И сейчас у нас ближайшее мероприятие, которое будет, оно произойдет в Санкт-Петербурге 21, 22 и 23 июня. И вы еще можете успеть приобрести билеты, так как они приобретаются до 12 июня. У вас есть еще 2 дня, чтобы их приобрести. На таких мероприятиях, честно, меняются судьбы. Я была не один раз на мероприятиях, вот на таких глобальных, которые устраивают компании. Но, если честно, в компании GL я впервые столкнулась с тем, что на данных мероприятиях меняются судьбы людей, меняются настолько кардинально, и причем человек возвращается домой, знаете, не то чтобы вот он вернулся такой заряженный, знаете, вот неделю он там вот весь такой заряженный, готов работать, а потом через неделю, знаете, уходит куда-то потихонечку этот заряд, этот пыл, и в итоге человек опять остается один, и что бы вроде бы как бы делать, и он там не готов ни к чему. Здесь на самом деле вот люди, которые сейчас находятся в чате, я думаю, что меня поддержат, ты находишься вообще в таком эмоциональном заряде, и я уже жду, не дождусь, когда у нас произойдет следующее событие, потом следующее событие. И на самом деле все сетевые компании живут от события к событию, потому что на таких мероприятиях происходят невероятные вещи. И если вы еще сомневаетесь, думайте, партнеры, да, вот сегодня я обращаюсь не к новичкам, кто меня будет смотреть, а именно к партнерам. Если вы еще думаете, сомневаетесь, то 100% прямо сейчас заходите в свой кабинет и приобретаете данный билет. И 21 числа мы вас уже всех ждем в Санкт-Петербурге. Вот. Ребят, есть какие-то вопросы по презентации, по маркетингу? Давайте я почитаю сейчас чат. Апгрейд всего лишь один раз в жизни, это круто. Да, действительно, апгрейд. Причем, понимаете, апгрейд очень круто работает, потому что он происходит автоматически. То есть ваш партнер, у него нет права выбора подумать, а хочу ли я зайти на 5-й модуль, там на 6-й модуль. Это все происходит автоматически. Это, знаете, определенный такой товарооборот, который происходит постоянно. Поэтому апгрейды – это, конечно, вообще мощь. Отлично. Благодарим, Юлечка, за презентацию. Угу. Личная рекомендация. Говорить потенциальному партнеру, что вебинар покупка 7 кошельков делается единожды. Нам не рассказали об этом важном моменте, а торопили зайти на 3. На самом деле, не знаю, Надежда, насколько вот этот момент, потому что мы с самого начала, я с самого старта компании в GL, и админы, и... Я лично, да, я на всех вебинарах рассказывала о том, что выгодно заходить на 7 кошельков в бинар, а не на 3. Ну, это логично. Либо вы 3 зарабатываете аккаунтами, либо 7. Возможно, ваши спонсоры неправильно вас проинформировали. Но и админы компании, и мы все спикеры, кто выступал на тот момент, мы всегда рекомендовали 7 кошельков. Но ничего страшного, то, что вы зашли на 3 на самом деле, то есть работайте, зарабатывайте, даже 3 кошельками, поверьте, можно зарабатывать огромнейшие деньги. Было бы желание, как говорится, двигаться и зарабатывать. Так, по вопросам смотрю, никаких нет вопросов. Друзья, благодарю всех вас за присутствие, благодарю, что вы все пришли на данные вебинар. Всех, кто будет смотреть в записи, смотрите, разбирайтесь, считайте. Это действительно шедевральный, очень денежный маркетинг, который может изменить вашу жизнь. Поэтому обратитесь к человеку, который вас пригласил на данное мероприятие, на данный вебинар, и просчитайте все до мелочей. Все, всем пока-пока, благодарю за присутствие.